Отопительный сезон в Алдане начат, но комфортная температура воздуха не во всех домах. Причина заключается в неподготовленных к зиме теплосетях. И не только. Продолжит наш корреспондент Руслан Павлов. С 6 сентября в Алданском районе начался отопительный сезон. По словам руководителя основного поставщика тепловой энергии общества «Теплоэнергосервис», тепло подано со всех теплоисточников. На сегодняшний день идет прогрев. Моментов особо, которые бы затрагивали протечек, утечек, пока не обнаружено, но ведется регулировка, прогрев системы. Впрочем, в первый день отопительного сезона не все потребители Алдана получили долгожданное тепло. Причина оказалась проста. Специалисты управляющей компании попросту не открыли задвижки на вводах в дома. Несмотря на то, что поставщики заявляют о 75-90 градусах теплоносителя на выходе из котельных, до потребителя вода доходит с температурой гораздо ниже нормативной. Потери происходят в теплосетях, которые подготовили к зиме не в полном объеме. Сами источники питания у нас подготовлены, конечно, на 100%, потому что, ну, сами видите, все котельные запущены. Сети не в полном объеме, как бы нам хотелось, как мы планировали. Но это все связано с тем, что в этом году сложные условия были по финансированию, ремонтная программа была секвестирована. Кроме того, потребители услуг с трехтрубной системой отопления и водоснабжения при теплых батареях не могут полноценно принять душ или ванну. Подпитка систем отопления производится по графику, да и помещения пока не прогрелись должным образом. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.